Анонс и точно дата выхода нового четырехсерийного сериала «Земное притяжение». Премьера нового сериала состоится 9 октября на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. Четверо совершенно разных людей вынуждены существовать и объединиться ради общей цели. Летчику Хабарову приходится столкнуться со знатоками искусства, алтайской шаманкой и столичной гламурной художницей. Умный мужчина с яркой и запоминающейся внешностью ввязывается в очередную беспроигрышную авантюру. Новые знакомые дополняют друг дружку, поэтому принимаются за расследование, связанное с трагической гибелью директора Тамбовской библиотеки. Четверка обладает настоящими сверхспособностями, которые помогают избежать надвигающейся опасности. Наделенные навыками стрельбы, умеющие справиться с транспортом любой сложности, способные к разгадыванию шифров и делающие медицинские операции. Они выполняют совместные задания, кардинально меняющие их собственные жизни. Вместе им предстоит пережить немало событий и преодолеть все препятствия. Напомним, премьера нового сериала состоится 9 октября на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.